Сьогодні наш день напрочуд насичений гостями та цікавими новинами. І сьогодні будемо розповідати про те, чим цікавим може поділитися департамент туризму в нашому місті. І що таке добрий базар? Розкажуть про це наші сьогоднішні гості Катерина Симонова, а також Карина Циганок. Доброго ранку. Доброго утра. Ну і усе хороше літнє настроєння. І все-таки в преддверии того, что мы с вами встречались практически в начале нашего лета, были гости от вашего департамента, приезжали гости из Запорожья. Очень много планов мы строили на это лето. Скажите, что удалось действительно реализовать за этот период? И все-таки волнующий вопрос, насколько поменяется наш город в будущем и происходят ли изменения прямо сейчас? Да, планы мы строим не только на лето, но и на ближайшие 3 года. Мы пишем, у нас уже был концепт, мы о нем с вами говорили. Сейчас пишется программа на 3 года по развитию туризма города Запорожья. Но однозначно, нам хочется здесь и... Да, здесь и сейчас, то, что происходило. Мы все-таки заключили меморандум с представителями компании Google на 1/2. Мы только анонсировали тогда в рамках нашего утреннего шоу. Мы уже отсняли, то есть было отснято 3D туры, притом нового поколения, это 3D-видеотуры, грандиозное мероприятие, я засматривалась, как это снимали, притом мы пошли не по банальному пути, мы сняли 3D-видеотуры в индустриальном туризме, это очень интересный был проект, 4 часа съемки длились, то есть это вот такое мы готовим уникальное мероприятие, это будет на нашем портале, который в сентябре стартует. Также продолжаем с компанией Google сотрудничать в рамках доступного города. Это проект их, который позволяет видеть всю картину, насколько доступны город и область для людей с ограниченными возможностями, как в принципе, которые не могут передвигаться сами, либо которые плохо видят или слышат. То есть это все люди с ограниченными возможностями. Как это происходит? Это в таком же рамке, как приезжал Google Map Camp, картографы наносили объекты. Здесь то же самое, все тоже по объектам, только это специальные волонтеры, которые помечают, насколько доступен объект тот или иной, насколько он важен. Как можно до него добраться? Да, можно ли, может ли туда человек на инвалидной коляске подъехать? Ну вот и все в таком ключе. Это очень профессионально, это уже прошло во многих городах, и нам потом с этой картой очень, ну, будет проще планировать развитие инфраструктуры, о которой мы все равно не можем уходить, потому что туризм без инфраструктуры быть не может. Как работает эта система? Так, чтобы пояснить тем, кто, например, не сталкивался. Я так понимаю, это помощь запорожцам, чтобы о нас больше узнали в мире, в Украине. То есть я могу, к примеру, теперь в 3D-проекте увидеть какие-то места города? Ну, в первую очередь мы отталкиваемся, конечно же, в мнение наших жителей, оно очень важно, потому что, ну, это имидж наш, наше настроение, это никуда не денешь. Но мы нацелены на аудиторию не Запорожья, а Украины и Европы, некоторых точечных стран, на которые мы планируем развивать туристическую деятельность. Поэтому любой человек, сидя в Анталии или в Париже, сможет перейти на наш портал и посмотреть видео со звуком в наших заповедных плавнях, в которых можно плавать на байдарках. Все это будет со звуком сопровождением, там 360 вокруг, все с плесканием воды. И после этого кликнуть, я хочу и туда заказать этот тур, да, тут же. Забронировать его и заказать. Поэтому точно так же можно будет пройти по проспекту, по нашему, по каким-то отдельным памяткам. То есть, ну, объектов очень много. Мы, кстати, не обошли вниманием и бизнес наш, потому что это тоже очень важно для туристов. То есть были отсняты и отели, и какие-то кафе центральные, наши просто площади гуляния, наш новый парк на Маяковского. Поэтому это в первую очередь сделано для того, чтобы человек в любой точке мира мог посмотреть. Все-таки, потому что как не описывай, пока ты сам не посмотришь, ты не примешь решение туда ехать. Если говорить про маркування тих місць, які доступні або недоступні для людей з обмеженими можливостями, після того, як вони таки промаркуються, ми з'ясуємо, що в принципі місце доступне для людей з обмеженими можливостями,
можливостями дуже обмежена кількість. Що буде відбуватися далі? Тобто міська влада якось буде робити їх більш доступними, чи самі власники цих місць мають робити якісь кроки? Это в первую очередь сделано для того, чтобы не быть голословными, да, то есть говорить о том, что вот у нас город недоступный или у нас там вот никуда не проедешь, это очень громко и безрезультативно. То есть когда у нас есть некий план, мы можем уже обратиться в департамент инфраструктуры, например, да, сказать, что вот у нас вот такие объекты. Мы можем прийти к собственникам и сказать: посмотрите, компания Google нанесла вас как недоступный объект на карты Google, которыми пользуются очень большое количество людей. И вы можете поработать над своим социальным имиджем и улучшить ситуацию, которая безусловно. Есть. Безусловно. И уже собственники сами будут немного по-другому относиться. Не так, а по-другому смотреть. То есть это будет нанесено, и это очень работает эффективнее намного, чем просто... Карина, вот как раз один из проектов, который стартует совсем скоро в августе в Запорожье, да, как раз будет направлен на решение всех этих проблем точечно. На начало. Да, на начало решения этих проблем. В чем концепт этого мероприятия? Вы как соорганизатор, этого мероприятия под названием «Добрый базар», новый формат для Запорожья. В чем его смысл будет? В чем его смысл? Смотрите, это будет благотворительная барахолка. То есть мы хотели соединить в барахолке и новье, и старье, и фуд-зону, и отдых. То есть сделать такой мини-фест. Почему благотворительный? То есть после встречи с Google решили все-таки приурочить это к доступности, к тому, чтобы сделать наш город удобнее. И поэтому все средства, которые мы соберем на этой барахолке, мы, соответственно, пустим на производство пандусов в туристически привлекательных местах. То есть с туристическим департаментом сработаем в этом плане, чтобы улучшить, в тандеме. То есть, чтобы быть друг другу полезным и удобным. Хорошо, мы узнаем о полном формате этого мероприятия буквально совсем скоро, а пока что сделаем небольшую паузу для утренней рубрики. Мы с вами узнали о том, что совместный проект с Google Map позволит ознакомиться с нашим городом и позволит, конечно же, приехать новым туристам уже буквально в ближайшем будущем. Ну и, конечно же, теперь совсем скоро стартует новое мероприятие в формате «Доброго базара». Вы запустили, кстати, отдельный еще флешмоб, видеофлешмоб, приглашение с теми, кто примет участие. Что будет там происходить? Новый формат, давайте попробуем открыть некоторые детали. Да, изначально стояла задача сделать какое-то просто развлекательное мероприятие, типа феста, но мы в управлении приняли решение, что нужно это все дело совмещать и сделать развлекательный двухдневный трип с выступлением главных музыкальных групп, с фуд-зоной, с релакс-зоной, с детской развлекательной площадкой, но чтобы цель была благотворительная. Вот было принято такое решение. Что из таких новинок? Пройдет у нас аукцион, вырученные средства которого, естественно, пойдут на изготовление пандусов. Аукцион среди популярных людей нашего города, а также других городов, пока оставим в секрете. Лоты будут анонсироваться в соцсетях заранее. Что-то будет присмотреть. Да, что-то будет присмотреть. Можно Егор Калеников дал свое согласие, он приедет с Киева провести этот аукцион, чтобы это все было зажигательно и интересно. Каждый может торговаться. То есть это будут личные вещи знаменитых людей, с которыми они готовы за определенную сумму расстаться ради благотворительности. Да. Это вот из такого, то, что мы придумали, и еще такого не было на городских праздниках и фестивалях. А так это будет центр города, площадь Маяковского, самое сердце нашего города. Два дня будем вас ждать. 26-27 августа, все возможные развлечения, которые на сегодняшний день мы могли придумать, мы туда постарались включить. На том тижні нас чекают досить тривалі вихідні, тобто 26-27, наскільки пам'ятається, субота, неділя, а 24-25 день незалежності і день, який обіцяють вихідним за ним. Що буде відбуватися на ці дні? Да, на День Независимости город совместно с областью готовит тоже большой праздник. Утром, насколько я понимаю, будут гуляния и празднования более официальные. Еще я так, то ли это в секрете, то ли подробного плана нет, но будут точно какие-то мероприятия. И вечером грандиозный концерт, вечером на площади фестивальной 18:00. Это традиционное место для Дня Независимости. Да, это традиционно. Большая наша центральная площадь для таких концертов. Тоже они анонсируют гостей, певцов каких-то. Пусть это останется пока в секрете. Но
вот будет такой городской большой грандиозный праздник. Потом будет пятница, чтобы отдохнуть, а субботу-воскресенье можно будет провести уже у нас на базаре. Карина, скажите, вот все-таки секрет хочется, чтобы эксклюзивно был для программы «Утро». Какие, так хотя бы несколько вещей будут уже, какие лоты известны, что появится в свободном доступе за определенные деньги для посетителей? Это точно будут картины. Это точно будут книги. Ну, то, что из такого личного, но не совсем прям личное-личное пользование, как какие-то совсем вещи. И, конечно, это будут какие-то сувениры, украшения, привезенные из частных коллекций. Ну, я не уверена, что они будут иметь какую-то слишком ценность золото-бриллианты, да, но это будет что-то интересное, ценное в плане туристического, возможно, привезенное. Со своей историей. Да, со своей историей такие вещи. Вот это то, что мы знаем. Ну, а как вы думаете, насколько будет запорожцам интересна эта идея, и готовы ли они вот на данный момент тратить на благотворительность и действительно получать вот такие эксклюзивные вещи от известных людей Украины? Ну, мы привнесем такую традицию в Запорожье. Мы планируем такое благотворительное мероприятие не один раз в год проводить, да, то есть мы планируем запустить его на постоянной основе, и поэтому будем привлекать людей, будем вводить это в культуру нашу, как бы в культуру благотворительности, в культуру барахолки и, соответственно, аукционов подобных. Ну, если говорить там о привлекательности туристического Запорожья и вообще города как такового, ну, сейчас в Украине есть бум, связанный как раз с украинскими дизайнерами, с украинскими брендами, какими-то личностями, которые готовы привносить на наш рынок интересный продукт. Будут ли представлены такие люди на этой ярмарке? Будет дизайн-маркет, будут представлены наши запорожские бренды, то есть и сумки, и одежда, и, ну, то есть все, что делается хендмейд, делается здесь, в Запорожье, делается в Днепропетровске, в ближайших, да, таких городах, которые готовы сейчас приехать на нашу первую барахолку. И, соответственно, можно будет выбрать, будет также винтаж, то есть это могут быть и ложки, и сундучки какие-то, это, то есть тарелки, статуэтки. Это не обязательно только одежда. То есть вот в таком плане мы планируем выставить людей. Ви зауважили, що всі анонси будуть в онлайн, в соціальних мережах. Де саме, яким чином можна вас знайти? У нас страничка все так же продолжает наше существовать Запорожье в Фейсбуке и в Инстаграме тоже Запорожье. В Инстаграме мы завели страничку под Добрый Базар, он так и называется. Добрый Базар легко найти. Пока еще нет портала, но вот он уже вот-вот будет, нам было бы проще. А так пока всеми силами мы просим людей, популярных, известных, и они откликаются. Спасибо им за это большое. То есть вот своими силами пытаемся каждый все это сделать. Скрученные странички. Да, распространить. Мы сейчас с тобой, кстати, Аня, сделаем вместе с нашими гостями. Я знаю, что запустили такой флешмоб, берется вот такой логотип Доброго Базара и приглашаются все желающие побывать на этой ярмарке. Как раз выложим наше видео на страничке социальных сетей программы «Утро». Итак, приглашаем, поехали, давайте так, чтобы в прямом эфире запишем ролик и посмотрите как раз его на нашей страничке в Инстаграм. Приглашаем всех жителей города Запорожья 26-27 августа быть добрыми и, мало того, поучаствовать в благотворительном мероприятии под названием «Добрый базар». Чекаємо на вас, зустрінемося там і не забувайте, що саме ви своїми добрими справами можете долучитися до створення пандусів у нашому місті і зробити життя людей з обмеженими можливостями більш доступним. Вот так вот мы с вами сделали для странички Instagram. Большое вам спасибо. Рады новым проектам. Как всегда, готовы поддержать наш город туристический, наш город развлекательный, наш город, который позволяет нам немножко отрываться от наших каждодневных проблем и действительно чувствовать себя полноценным большим мегаполисом под названием ZP City. Мы работаем. Ну что ж, будем работать разом. Обожаю вам успеху. Наша программа продолжается. Не перемикайтесь.